Коллеги, добрый день. Как слышно, нас видно? Видно ли презентацию? Прошу поставить плюсики. Отлично. Спасибо. Начнем? Ну да, наверное, еще. Да. Ждем. Минуточку еще. Минуточку, да, все собрались. Ждем еще плюсиков, кто живой, кто присутствует. Коллеги, еще раз добрый день. Хотели бы рассказать и познакомить с нашими новыми продуктами по экскурсионным программам, туры в Москву. В первую очередь, конечно, небольшая информация о нашей компании. Компания, которая существует уже 93 года, основана в 1929 году. Компания, занимающаяся выездным, въездным и внутренним туризмом. В 2021 году мы приняли более 500 тысяч человек. В чем преимущество наших туров? Это разный продукт на любой вкус. Это готовые решения в виде экскурсионных пакетных программ. Возможность присоединиться к любой экскурсии для самостоятельных путешественников. Возможность забронировать это на сайте. Классические традиционные экскурсионные туры. Также сегодня представим наш новый продукт. Это City Break, не музейная Москва. Программы все разработаны с бюджетом на любой кошелек, то есть представлены туры на базе 3, 4 и 5-звездочных отелей с разной наполняемостью туров, что может дать вашим туристам возможность большего выбора. Программы сделаны как однодневные, так и полные пакетные туры от 2 до 6 ночей. Для тех, кто любит историческую Москву, мы предлагаем классические туры. Также мы предлагаем возможность присоединения к экскурсиям для гостей столицы и для жителей Москвы, потому что у жителей Москвы не всегда есть время увидеть и узнать тот или иной объект показа в нашей столице, даже проживая здесь. Но наши туры могут вашим туристам позволить сделать это. В первую очередь, да, вариант, помимо варианта пакетных туров, о которых мы расскажем, это вариант выбора любой индивидуальной экскурсии в любой день работы экскурсионного объекта. Вы сами знаете, да, что не все объекты работают каждый день, какие-то работают каждый день, и для этого случая у нас разработаны индивидуальные экскурсии. Также можно присоединиться к групповым экскурсиям, которые идут по дням недели, в зависимости от работы объекта показа. И это можно взять как с проживанием, так и как отдельную экскурсию. Говоря о самом продукте, продуктов много, он представлен у нас на сайте. Разные экскурсионные туры, то, о чем мы говорили, для разного кошелька. Например, самый такой, да, оптимальный, легкий и недорогостоящий вариант – это «Москва 3 дня 2 ночи», называется «Прогулка по Москве». В данном пакете включены по факту только обзорная пешая экскурсия по городу, где с профессиональным гидом-экскурсоводом вы сможете ознакомиться с основными достопримечательностями центра города, узнать о истории. Это всегда увлекательные, интересные экскурсии для туристов. Более насыщенный тур – это «Москва, сердце России». Здесь уже добавляется, здесь более полноценная экскурсионная
Программа – это полная обзорная экскурсия по городу на транспорте, это уже не пешая экскурсия. И во второй день – это посещение сердца столицы, музея Московского Кремля, где также будут рассказаны основные исторические факты по строительству Московского Кремля и его функциям, и основные интересные истории, связанные с данным объектом показа. Более насыщенные мы, то есть сборные туры наши пакетные, они начинаются всегда по пятницам, и мы увеличиваем количество дней, то есть можно присоединиться как к трехдневному, так и к пятидневному, например, туру. Здесь уже более обширная программа, здесь немножечко добавляется классической экскурсионной программе, обзорной Кремлю, еще и посещение самой высокой в Европе обзорной смотровой площадки «Панорама 360». Она находится в современном квартале Москва-Сити, расположена на 89-м этаже небоскреба. И туристы смогут увидеть Москву с высоты птичьего полета, услышать рассказ экскурсовода и попробовать мороженое, которое также входит в данную экскурсию. Когда мы говорим о полноценном туре, да, более длительном, и хотим что-то еще новое включить в нашу программу, это уже 6 дней, и здесь добавляется царская резиденция Романовых, музей-усадьба Коломенская. Опять-таки, программа становится более разнообразной. Это основные экскурсии, которые были предложены в предыдущих турах, но и также музей-усадьба, который привлекает туристов и своим парком, и своими строениями на территории музея-усадьбы. Далее у нас еще более длительный тур, и он более разнообразный, это тоже пакетная экскурсия. Тут подойдет, наверное, как для туристов, кто интересуется классикой, так и для туристов с детьми, например, потому что разнообразие. Первый день обзорная экскурсия, далее мы посещаем Кремль, это классическая программа, потом опять-таки разнообразие, что нравится очень детям, это панорама 360. Возвращаемся к классической экскурсии, это Коломенская. И на следующий день после Коломенского у нас пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Это пешеходная улица центра столицы, это интересная улица с точки зрения искусства, истории, архитектуры. И здесь, конечно, просто самому погулять это одно, а когда экскурсовод рассказывает об истории улицы, гораздо интереснее. Также есть необычные, более тематические туры. Здесь данная программа подойдет для тех, кто уже не первый раз, наверное, посещает Москву, как для гостей столицы, так и для проживающих здесь, потому что здесь идет упор на посещение усадеб Москвы. Это новое впечатление о Москве. В ранее предложенных программах мы говорили только про Коломенское, но не забываем, что в Москве есть еще интересные усадьбы. Это Царицыно и это Кусково. Зачастую не все знают об этих экскурсиях, не все об этих усадьбах, не все выбирают их, если собирать пакет из проживания плюс экскурсионные программы. Здесь есть готовый вариант, он начинается по понедельникам и предлагает наиболее подробное и интересное знакомство с музеями-усадьбами. Также говоря о тематических турах, да, например, тур «Через тернии к звездам». Это тур, посвященный космосу, космонавтике, для увлеченных как взрослых, так и детей. Он будет очень интересен, потому что у него входит посещение Московского планетария, посещение музея космонавтики, также знакомство с музейным комплексом «Буран», который находится на территории ВДНХ, посещение недавно открытого павильона в космос, расположенного на ВДНХ, и в каждом музее представлены разные вехи нашей истории космонавтики. Это, наверное, один из тех туров, который сможет в будущем помочь и сподвигнуть
новым достижениям, он очень вдохновляющий. Говоря о том, что мы предлагаем не только стандартные пакетные туры, классические туры, также предлагаем и отдельные индивидуальные экскурсии по Москве и Московской области. В данном случае можно забронировать либо отдельную экскурсию, либо экскурсию с проживанием. Это подходит, опять-таки, как для москвичей, так и для гостей столицы. Разнообразие экскурсий очень большое. Все представлено на нашем сайте. Это, естественно, и обзорная экскурсия по городу, это и вечерняя экскурсия «Ночная Москва», это и Кремль, это и храм Василия Блаженного. Есть также загородные экскурсии, которые не менее интересны и всегда пользуются успехом. Это, например, Сергиев Посад, либо можно говорить о музее-заповеднике Абрамцево, куда сами не всегда люди готовы доехать, а на организованном транспорте с интересным рассказом по дороге это будет более увлекательно и интересно для туристов. Дальше у нас есть новая концепция, это туры. Да, но перед этим еще расскажем о том, что кроме индивидуальных туров, о которых сейчас сказала Татьяна, можно также и присоединиться к сборным групповым экскурсиям по дням недели. По пятницам, да, это, например, экскурсия, обзорная экскурсия, либо посещение Третьяковской галереи в субботу. Вы можете также попасть на обзорную экскурсию в воскресенье, это экскурсия по территории Кремля и так далее. Все представлено на нашем сайте. Да, и говоря о концепции нового туристического продукта, помимо классических экскурсионных туров, о которых сейчас рассказала Татьяна, мы также начали разрабатывать продукт под общей концепцией «Не музейная Москва». В чем суть? Это туры выходного дня, так называемые сити-брейки. Этот продукт подходит как для москвичей, так и для гостей столицы, для тех, кто не знает просто, чем занять себя на выходные, или нет ни желания, ни времени тратить его на поиск или планирование своего досуга в выходные дни. И поэтому мы, как компания, предлагаем уже готовые решения для того, чтобы как-то интересно и увлекательно провести свои выходные. То есть мы своими продуктами рассказываем людям о том, как они могут увлекательно и необычно провести свои выходные в Москве. Почему, да, мы решили, что это может пользоваться спросом? Мы провели опрос, в том числе, да, и среди там, и наших знакомых, и поняли, что на самом деле абсолютно разные люди разного возраста, профессии каждую пятницу задаются одним и тем же вопросом: а что же мы будем делать на выходных? И поэтому мы решили разработать пакеты на любой вкус, на любую тематику. Это и романтические, и экстримы, релакс, и шоппинг, и бизнес, тематические, абсолютно разные. И мы понимаем, что такие туры, кроме всего прочего, могут быть отличным подарком, например, на день рождения или на юбилей, на самом деле на любое событие. И также мы разработали так называемый вариант тур-сюрприз. Если вы, например, не знаете, что выбрать для себя или в подарок, то этот выбор за вас сделает интурист. Конечно, это довольно оригинально, потому что маршрут и наполнение туристы знать не будет, это такая своеобразная лотерея, но, конечно же, она беспроигрышная, то есть все останутся довольны. Что имеется в виду? Турист не будет знать, да, в какой гостинице он будет жить и какой план мероприятий на выходные, так скажем, по ходу действий уже будет узнавать. И нам кажется, что иногда полезно расслабиться и довериться Вселенной, в нашем случае интуристу, потому что гарантированно все равно все останутся довольны. Мы подумали, что так как это программы как для гостей столицы, так и для самих москвичей, то мы даем на каждую программу два варианта: с размещением и без проживания, чтобы, например, да, если это москвичи выбирают данный тур, они хотят, не знаю, переночевать дома или как-то сэкономить на проживание том же самом. Прежде чем мы перейдем к вариантам продуктов, да, о чем вообще идет речь, стоит, наверное, сказать о том, что люди путешествуют, выбирают какие-то турпродукты для того, чтобы получить эмоции. И наши City Break, вот этот новый продукт, как раз и
и подарят туристам такие новые и разные эмоции. Если мы говорим о каком-то более активном туре, да, там таком немножечко экстремальном, может быть, то человек почувствует себя героем, покорителем вершин, если он, например, выберет скалолазание, например, да, и, не знаю, там, адреналин, почувствует адреналин, ну, в хорошем смысле этого смысла слова. Можно выбрать более такой релакс-тур, да, если это мы говорим о спа, каких-то процедурах, бьюти-процедурах, массаже, то человек почувствует, да, гармонию, спокойствие, что очень важно и иногда не хватает наших таких тревожных буднях. И поэтому мы решили, что интурист хочет подарить людям прекрасные эмоции, положительные впечатления, которые потом превратятся в прекрасные воспоминания. Как пример туров, да, там один из моих любимых, мне нравится концепция и сама идея, называется он «От неба до земли». И включает в себя, если мы говорим о туре именно с размещением, первый день это всегда приезд, заселение в гостиницу, отдых, и второй день уже мероприятие, которое запланированное. В этом туре это полет на аэростате, да, от неба, полет на воздушном шаре, и следующая экскурсия это наоборот под землей, экскурсия с диггером по подземной реке Неглинки. После такого насыщенного дня на следующий день это релакс и посещение бани, а затем обед, и мы вас кормим и отправляем домой. И еще один из таких моих любимых туров – это «Между нами девочками». Это можно, например, да, устроить себе незабываемую рисовательную вечеринку, на самом деле это подойдет и для просто проведения досуга со своими подругами или на день рождения, в общем, на любое событие. Первый день, как обычно, заселение, на второй день это прогулка по красочным местам Москвы вместе с профессиональным фотографом, то есть стилистическая фотосессия. Мы знаем, что для девушек это важно иметь красивые профессиональные фото, и не всегда ты сам можешь себе это устроить, ну, нет времени, как ты думаешь, ну ладно, когда-нибудь. Вечером это круиз по центру Москвы с дискотекой, конечно же, холодным шампанским. Но на следующий день после холодного шампанского нужно привести себя в порядок. И это спа-отдых и различные бьюти-процедуры. Кроме того, хотелось обратить внимание, важно отметить, что если турист выбирает такой сити-брейк, то на самом деле он может добавить до него или после него еще пару дней отдыха, может на нашем сайте выбрать размещение к этому размещению, например, более классические туры, как из числа групповых туров по дням недели, о которых мы рассказывали, либо из числа индивидуальных туров, о которых рассказывала Татьяна, в любой день, в соответствии, да, с расписанием работы того или иного музея или экскурсионного объекта, который вы хотите посетить. Ну и подытожив, хотим сказать, что интурист, как вы уже поняли, предлагает варианты вообще на любой вкус, на любой запрос. И важно отметить, что кроме готовых туров, которые вы увидите на нашем сайте с разными концепциями, о которых мы сегодня разговаривали, мы также можем рассчитать вам тур в индивидуальном порядке, то есть на любой запрос. Вы нам его присылаете, и мы его рассчитываем, предоставляем обслуживание и размещение, да, в соответствии с вашим запросом. Если есть какие-то вопросы, будем рады на них ответить. Пишите в чате вопросы, да, по представленным продуктам. Запись, да, запись вебинара будет для просмотра в архиве вебинаров, если кто-то опоздал, да, или пропустил, не смог посмотреть онлайн. Ссылочка в чате представлена. Да. Коллеги. Есть
Если будут какие-то запросы, можете отправлять их на наш mail. На сайте представлен тоже. И форма обратной связи. Форма обратной связи, да, для индивидуальных каких-либо запросов. Также хотели бы обозначить, немножко, наверное, не упомянули в процессе рассказа пакетные экскурсионные туры. Всегда можно сделать запрос на проживание в альтернативном отеле, не представленном в данном пакетном туре, с присоединением к экскурсиям того или иного пакетного тура. Всегда это рассматриваем, всегда готовы подсказать, кто-то из туристов может добираться сам до точки сбора. Если туристы не готовы сами добираться до точки сбора, пользуясь общественным транспортом, готовы предоставить трансфер к точке сбора. То есть дополнение и изменения в пакетных турах всегда возможны в виде дополнительного комментария к бронированию тура. Мы готовы на них будем всегда ответить, подсказать, сориентировать. Да, в этом плане мы очень гибкие, под любой запрос мы готовы предоставить все, что нужно клиенту. Да, еще, наверное, стоит отметить, что классические туры. Сколько человек на групповых экскурсиях? Стандартно мы собираем экскурсии от 10 человек, стараемся, да, но не превышая 30-40 человек на экскурсионный тур. Перемещаются по-разному, в зависимости. Это может быть микроавтобус, автобус. Если это 10-13 человек для комфортного передвижения по городу, это автобус, если это экскурсии с транспортом. Если мы говорим о пешеходных экскурсиях, то это перемещение на общественном транспорте. В турах указано, что это пешеходная либо экскурсия на транспорте. Прошу обратить внимание, что при пешеходных экскурсиях у нас всегда предусмотрены для удобства туристов наушники, радиогиды, потому что туристы могут остановиться где-то в отдалении до 100 метров, спокойно совершенно от гида, продолжать слушать экскурсию, делать параллельные фотографии. Это очень удобный формат пешеходной экскурсии. Это, конечно, летний вариант, но в любом случае он обязательно присутствует. Очень многие любят пешеходные экскурсии, особенно по центру города, там, где зачастую пробки, и стоять в них не очень удобно. Есть пешая часть города. В любом случае, даже автобусные туры предполагают часть экскурсии пешеходную все-таки. Коллеги, еще вопросы? Рада будем ответить. Да, и закончу, наверное, свою мысль, пока мы ждем вопросы, что классические туры можно выбрать как с перелетом на нашем сайте, так и без, как вам будет удобнее. Есть различные варианты. Мы в ближайшие, вот эту следующую неделю выложим, они будут в экскурсионных турах. У нас как раз сейчас апдейтится сайт, и будет намного удобнее искать именно экскурсионные туры. Там будут отдельно прописаны экскурсионные туры и однодневные туры. Вот, туры с нашей новой концепцией будут в экскурсионных турах, когда выбираешь город Москва. Ждем еще вопросы, если есть. Да, хотели бы обратить внимание, что в ближайшие дни в расширенном поиске на сайте intourist.ru должна появиться как раз-таки вкладка «Однодневные туры». Это выбор экскурсий помимо без проживания. То есть можно выбрать именно отдельные экскурсии. Да, раньше такого варианта не было, сейчас вот он появится. Да, это также будет удобно для тех же самых москвичей. Например, или если кто-то проживает у своих друзей, приехал из другого города, но да, размещение не берет, например, да, проживает у друзей или
у своих родных, но все равно хочет как-то познакомиться со столицей и все-таки получить какие-то, да, знания культурные о нашей Москве. Да, хотели бы еще обратить внимание, что при бронировании туров очень важно указать корректный телефон туристов, которые будут в составе группы, либо в индивидуальной экскурсии, чтобы была всегда возможность у экскурсовода, либо у нашего колл-центра связаться с туристом, проконтролировать, вовремя ли он, если это проживание в другой гостинице, вовремя ли он добрался до точки сбора, нашел ли он экскурсовода, нашел ли он, если мы говорим о трансферах в туре, нашлись ли они с водителем. Это очень-очень важный момент, чтобы были прописаны правильные, корректные номера телефонов туристов. Да, еще важный момент для клиентов и туристов, чтобы не ждать подтверждения. У нас все пакетные экскурсионные, вот эти классические туры с мгновенным подтверждением. Единственное, что, конечно, последовательность экскурсии может иногда меняться в силу наличия места или времени в музеях. Музеи периодически закрываются под какие-то специальные мероприятия. Мы, к сожалению, повлиять на это не всегда можем, но такое случается. Поэтому ваучер отправляется где-то за 3 дня до заезда с финальной информацией по программе, со всеми контактными данными экскурсовода, с точками сбора, времени сбора, со всеми уточняющими деталями. Но в любом случае... Все, что, да, мы все выполняем, да, в объеме, может быть, просто меняться расписание немножечко и то, как это, в какой последовательности, да, это будет происходить. Коллеги, еще вопросы? Очень фонит. Так, тут у нас, наверное... Возможно, наверное, в записи вебинара будет легче прослушать, посмотреть, звук не будет так фонить. Не знаю, вроде здесь ничего лишнего нет, да, что фонило. Просим прощения. Ждем, может быть, есть еще какие-то вопросы. Подскажите, полезна ли была данная информация? Знали ли вы о том, что Интурист предлагает различные экскурсионные туры, и в том числе вот новая концепция, которая представлена, была ли она интересна? Плюсиками, если возможно, будет интересно услышать обратную связь. Видимо, нас плохо слышно все-таки. Отлично. Спасибо. Спасибо. Очень сложно, когда не видишь публику. Да. Кому-то хорошо слышно. Зависит. Если кому-то нужна презентация, мы с удовольствием с вами поделимся ей.
Да, вот нам подсказывают, что вы можете скачать презентацию прямо из вебинара. Сверху справа на панели инструментов нажмите значок «Файлы». В открывшемся окошке вы увидите доступные файлы для скачивания. Ну, либо вы можете написать нам на e-mail. Так, давайте мы напишем. Указанный имейл, вы можете написать на него, на все интересующие вопросы ответим и можем отправить презентацию. russia@intourist.ru. В чатике написали. Да, и для справки мы занимаемся не только Москвой, но и всеми регионами, поэтому если есть вопросы и по другим регионам, по другим экскурсионным именно турам, то да, готовы тоже на них ответить, можете все написать на russia@intourist.ru. Отвечаем быстро в течение 24 часов. Коллеги, наверное, если нету больше вопросов, либо они возникнут после просмотра вебинара повторного, можете писать на нашу почту спокойно, совершенно. Мы с радостью поделимся презентацией. Да, я просто ответила. Да, спасибо всем за внимание. Всем прекрасного настроения, отличного дня. Да, отличных выходных. Спасибо. До свидания. До свидания.